Всем привет! Сегодня мы будем строить постройки за 10 минут и оценивать их потом. Получается, один из нас пойдет за эти занавесы и будет строить постройку за 10 минут. Потом мы будем ее оценивать от 1 до 10. У нас будет администратор, который будет выбирать тему постройки из нашего списка, который мы уже подготовили. И первый, кто у нас будет строить, это Бабфтер. Я же вроде все налоги платил. Да нормально, да иди. Так, администратор, напиши ему в личку тему, которую построили. А мне уже написали, мне уже 2 года назад. Закрываем занавесы. Так, администратор сказал Бабфтеру строить коня, и он начинает его строить. У тебя всего лишь 10 минут, я их уже засек. Можешь мне построить квадратного коня? Ну, у тебя 10 минут, на 10 минут рассчитай, что ты будешь строить. Я не умею рассчитывать. Ты научись. У меня получится супер упоротый конь. О, конь с крыльями. Да, это конь с крыльями. У тебя 1 минута прошла уже. О, классный, крутой. Так я еще успеваю на самом деле. Ну, коней хвосты, как у тебя, вот у Лиса. Я знаю. Странный хвостик. Ну, он такой маленький, хотя я... Я имел в виду, что у коней хвостики такие эти. Я уже понял, я делаю. Пошире. На голова где? Сейчас будет, еще успеваю. Прошло уже 4 минуты. Это хвост как бы динозавр получился. Я должен загуглить, что как выглядит конь. Я не знаю, как его построить. Так я сразу гуглить надо. У меня похоже на коня? У тебя похоже на коня. Обычный нормальный конь. Очень нормальный. Самый лучший конь, чего? Вот, теперь похоже на мясо коня, которое пожарили. Это конь из Майнкрафта. Ну, если бы был из Майнкрафта. Самую тебе сложную тему, кажись, Даня. Плохие люди. 5 минут прошло. Ну, уже на коня похоже, кстати. Да. Нужно ножки сделать. Я просто хочу посмотреть на... А, нормально, толщина у головы. Он что, косолапый? А, так сделаю. Не знаю, зачем. Ладно. Так, все, нужно приступать к лицу. Как там у него лицо выглядит? Как молоток. Нужно еще ему нос тут сделать какой-то. А, тут дышать надо. Ага. Прошло уже 6 минут. Да ничего, нормально. Ноздри. А, ну да, он чёрный. Он должен быть ярче, потому что это уже типа кожа. Ой, что? Что за дымовая бомба? К вам в школьный туалет приехал. У меня 0 FPS. Прошло уже, знаешь, сколько минут? 8. У тебя 2 минуты. Бабфтер, это что такое? Грива, что ли? Я вернулся. Всем привет. А. Это, если что, волосы. Я наверху. Что за... Чё меня телепортируют? Это что такое за палка? Какой-то напуганный конь. У тебя осталось 0.5 минуты, Бабфтер. Я знаю. Что у меня? 20 секунд. В каком смысле у меня 20 секунд? Нет, подожди, стоп. Все, я доделал. Это мой конь 228. Крутой, супер-мега. Все, готово? Это мутант какой-то. Все, открывай жалюзи. Админ, открывай жалюзи. Мы сейчас будем оценивать. Давай его сюда. Сейчас мы оцениваем ноги. Смотрите на эти ноги и давайте дадим ей оценку. Кибер, сколько даешь? Ну не знаю, где-то 2 из 5. Сколько стандарт ты даешь за ноги? Супер крутые ноги, аж целых 3 из 10. Так, получается, Кибер дал 2 из 10, Сондер 3 из 10, я дам 4 из 10. Ура! Теперь мы будем оценивать этот хвост. Хвост вообще божественный, так что 9 из 10. Так, Сондер дал 9 из 10. Кибер, сколько ты дашь? Слишком короткий. Да, потому что я удалил только что. Но был идеальный. Сондер дал 9 из 10, Кибер дал 6 из 10, а я даю 3 из 10. За что? За то. Дальше оцениваем вот эту красивую голову с глазами в ноздрях. Сколько ты дашь, Кибер? Эту бошку я дам 8 из 10. Из-за того, что он с Чернобыля, а Чернобыль это Украина. 7 из 10, короче. 7 из 10 даешь, да, Сондер? Ага. Сондер дает 7 из 10, Кибер дает 8 из 10. Я дам 2 из 10. За всю постройку сколько вы дадите оценку, Кибер? 6 из 10. Сондер? За кого же, за что? За вот это. 3 из 10. Сколько? 3. 3? Я дам 4. 6, я за 10 минут 3, это построю. 4. Я не умею строить животных, ты понимаешь? Мне нужно время. Я коней, ну, ничего вообще страшного, не строю. Ничего страшного, посмотрим, чего у других будет. Давай.
Может своего... Давайте все постройки туда будем складывать, вот сюда, давай. Дальше у нас выходит строить... Смотри, час. Давай, иди. Понятно. Меня выгнали. Администратор, говори ему постройку в личку, какую он должен построить. Дракон. Сондер, иди строить дракона, давай, давай. Давай, твоя задача построить дракона. У тебя 10 минут, я буду без ветки строить, не знаю почему, но я так хочу. Что? Он будет супер крутой. Можешь посмотреть дракона из Майнкрафта. Тут нельзя. Мега дупер хвост, тут будет идеально. Идеально. Анкилозавр у тебя получается какой-то, динозавр такой. Неважно, я таких драконов где-то видел. Не помню где, но где-то фотка попадала. Еще механизм надо сделать тебе, раз ты так быстро успеваешь. Ну ты чего? Красивый у тебя дракон. Да, я знаю, я очень стараюсь. У него будут уши, не знаю зачем ему уши, но ему надо уши. Это больше на голова на какую-то собаку похожа. А, кстати, да, это крылья, да? Нет, это будет лучше. Это я придумал точно. Это будет он вообще вот супер. Зачем ты это делаешь? Это крылья, ты не понимаешь. Чего я не понимаю? Что? Нет. Понимаешь, он еще летать должен. Он будет херабрином. Еще он будет черным. Максимально странный дракон. Он да, черный. Я строю что-то странное. Я люблю что-то странное строить, почему бы и нет? Пусть оно будет летать. Сделай так, чтобы у него крылья двигались, если хочешь. Ага. Два сервопривода и все. Ага. Вот у тебя уже сам дракон готов. Да, это супер спидран по постройке странного дракона. Уже прошло, знаешь, сколько? 4 минуты. Нормально. Сервоприводы. Мне кажется, твои сервоприводы работать не будут. Вообще без разницы. Хотя да, мне кажется, тоже такая. Ну да, когда Климсон тебе на свод постройки строит. Я это даже сохраню, потому что оно в итоге поломается. У меня как раз есть подводные слоты. Ну, по идее, оно должно летать. Теперь надо добавить ракету. Ну давай проверяй свои крылья. Подожди, мне надо таймер найти. Это все. А, это все. А, это все. А, вот сюда. Отлично. Теперь надо как-то это все. Уже прошло 5 минут. Ага. Давай. Ай, чуть на меня не упало. И оно у тебя работает. Ай, бьют меня. Ну, у тебя он работает. Да, теперь надо поставить. Сделать, чтобы на нем можно было летать. А то крылья махают, а он не летает. А, ой, что-то ему вообще хорошо. Странно теперь. Так, теперь надо, чтобы он... Летал. Точно, я придумал. Надо его загрузить, чтобы он был адекватным. Рвать кусок ноги. Нормально, подожди. Ну, что теперь? Теперь сколько времени? 6 минут. Нормально. Он будет еще ходить. А летать крылышками махать и пытаться летать, наверное, маленький тогда друг. Да. Че? Так. Будет он у тебя ходить, к земле приклеился. Неважно, мы его потом поднимем. Кресло пилота и уже 7 минут прошло. А, отлично. Ноги что-то не ходябельные. Ладно. Готово. Все, готово. Мне кажется, он этот... Реально какой-то мелкий получился. У него искусственный интеллект, ничего не знаю. Ну чё, маленький дракончик только появился на свет, пытается залететь и еле как ходит. Подожди, сейчас надо... Всё, сейчас будем оценивать. Ой, куда? Всё, у тебя нормальный дракон. Ну что ж, давайте начнем оценивать дракончика Сондера. Смотрите, это дракончик, который только что родился. Оцениваем полностью дракона, давайте. Сколько дадим ему баллов? Смотрите, он как ходит. 9 из 10. 9 из 10, так же. Я 10 дам. Я 10 дам, потому что он очень прикольно двигается. Ножки работают, крылышки работают. Но это была постройка Сондера. Наверное, сейчас будем дальше. Так, Сондер оставил своего дракончика рядышком с этим конем. И я начинаю строить. Так. Но что мне строить, администратор? Лапы. Напиши в чате. Пойти. Танк! Да. Он умел указать перед тем, как рассыпался. Так, ладно, я буду строить сейчас танк. Закрываем занавеси. Так, начинаю строить танк. У меня 10 минут. Какой же должен быть танк? Так, ну, у танка должен быть корпус. Хотя мне кажется, что лучше сначала построить гусеницу. Поэтому я это и сделаю. Гусеницы у меня будут длиной... В 10 блоков. Я их быстренько так подниму. И сделаю чуть-чуть здесь подлиннее. Так, по идее они должны быть круглые. Ну, наверное, я это успею сделать. Это не так, что и долго. Одну минутку на это можно потратить. Так, так,
Так, поднимается у нас. У нее здесь должен быть, типа, кружок. Оп, я закруглю эти гусеницы. И вот так вот у меня получается. Сейчас я последний угол сделаю. И на все это я потратил 1 минуту. Ну, в принципе, не жалко. Так, делаю вот так. И все. Готово, можно сказать. Сейчас я это просто возьму и скопирую на другую сторону. Так, и теперь просто раскручу. Конечно, не максимально красивые гусеницы, но я на это потратил целую минуту. У меня их всего лишь 10. Так, какого цвета бывают гусеницы? Они, мне кажется, где-то вот такого цвета. Ну, такие, типа, в грязи того. Теперь мне нужно сделать колеса. Вместо колес у меня будут кнопки, почему бы и нет? Потому что настоящие колеса довольно долго строить, а у меня очень мало времени. Так, раз колесо, два колесо. Колеса я перекрашу в черный цвет, чтобы они были черными. Все. И думаю, все-таки гусеницы тоже у меня будут прям очень темными, красивее. Сейчас я просто скопирую эту гусеницу, и у меня уже будет 2 гусеницы. И прошло сколько уже? 3 минуты? Почти 4? Я только гусеницы сделал. Так, ладно, мне нужно очень торопиться, потому что я потратил 3 минуты только на гусеницы. Так, я еще знаю, что у танка бывает вот такая вот штука, перед тем, как начинается корпус. Я ее закруглять не буду, слишком много времени. Сейчас у меня вообще, наверное, все квадратное будет. Так, сейчас я делаю еще вот такую деталь. Она же поднимается вверх и немножечко вниз, чтобы соединять колеса. Сделаем вот так. И все, можно сказать, корпус готов, и надо быстренько начинать строить башню. Что-то мне кажется, танк немножко длинный получается. Так, перед башней у меня еще будет такая деталь. А, я могу Т-35 тогда построить, раз он у меня такой длинный. Такой советский танк, у него 3 башни. Так, 1 квадратная. Ладно, почему успел. И вторая башня, это пулеметик такой. Так, это не да. Здесь ставим еще одну деталь. Это у нас уже будет главная башня стоять. Сюда задвинем, чуть назад. Ну, еще и сзади там у него 2 пушки, я как помню, бывает. Прошло уже 5 минут. Так, основная башня. Я ее, наверное, чуть-чуть получше сделаю, чем все остальные. Очень быстро надо все делать. Оп, все, готово, можно сказать, башня. Ну, вперед, назад немножко. И сейчас я тут быстренько какую-нибудь пушку поставлю. Так, сколько уже времени прошло? Ага, уже 6 минут прошло. Я, в принципе, успеваю. Хотя я не знаю, я успею сделать так, чтобы он вообще мог что-то делать. Вот, допустим, его пушка... Что-то не то получается у меня. Ладно, допустим, что такие танки бывают. У них там сзади такой полностью пустой корпус. Нет времени на переделку. У них там... Ну, чуть поменьше вот это респект. Типа такие всякие детальки стоят. Типа так надо. Так, я совсем забыл на башне поставить пушки. Допустим, что это похоже на пушку. Еще не успеваю. У меня уже осталось 4 минуты. Я сделал только это. Не знаю, успею я механизм сделать или нет. Так, сейчас надо быстренько покрасить. Блин, а советские танки это сложно красить. У них такой цвет. Я выберу вот такой зеленый цвет. Советский потемнее. Ну, мне это уже не сложно. Я уже строил их. Так. Какое-то слишком яркое такое. Оп-хоп, оп-хоп. Идем чуть поярче. Так, так, вот так. Сейчас быстренько сделаем так, чтобы у него башня крутилась. Да уж, странный танк у меня получается, конечно. Надеюсь, что-то и вообще бывает. Так, колеса. 3, 4, 5. А с колесом. 2, 3, 4, 5. На 95. Какой-то у меня танк из Майнкрафта. 3. Надеюсь, я их ровно поставил. Хотя это особо ничего не меняет. Раз. И 2. Сейчас я скорость сделаю поменьше. У меня еще 2 минуты остается. Так что я могу успеть сделать так, чтобы у него стреляла пушка и вращалась башня. Наверное. Так. Сейчас мы ставим колесо. Ладно. Нет времени его туда ставить. Я вот так сделаю. Сразу так сделать. Оп. И теперь я это все как-то к корпусу, наверное, привяжу. Да. Прозрачность на 100%. Тут надо скорость на 2, наверное, поставить. Все-таки на 0.5 даже. Включим прозрачность, отключим коллизию. То же самое сделаем с колесами. Только у них только прозрачность. Думаю. Пушка 20-30. Нет, 1 минута мне еще. Никакой паники. Ставим осторожно пушку. Можно еще здесь, здесь и здесь. Так, сейчас мы их быстренько задвинем сюда, эту сюда, а эту вот сюда. Включим у них прозрачность, и правда не знаю, как я ими буду стрелять. Хотя у меня есть идейка. Так, я же все совсем не привязал. Так, надо сделать вот так. И у меня остается буквально 10-20 секунд, и я быстренько привязываю все это. Вперед, лево, назад. Так, сейчас я главную пушку на F, это на G, а эти можно на так. Инструментов каких нет, ну на 8, на 9. Мое время уже выходит, и это я поставлю на Е. Так, и все, мое время кончается через 3, 2, 1, 0. Сюда идемте. Смотрите, какой у меня получился танк. Так, готовы? Смотрите, что может мой танк. У него может вращаться башня, я успел это сделать. И у него может стрелять все пушки.
Типа вот это, вот это, вот это и вот это. Также он умеет ехать, на удивление. Прикиньте. Ничего себе! И также у него есть немножко декора, как можно заметить. Бабфтер, сколько ты поставишь моему танку? Не знаю. Ну, наверное, где-то 7 из 10. А Сондер? 8. Кибер? Тоже 7. Ну, он был построен за 10 минут. Наши оценки — это одно. Самые главные оценки у нас напишут в комментариях зрители. Ладно, так, сейчас у нас будет строить кибер. Администратор, что у нас будет строить кибер? Пингвин. Кибер, начинай строить пингвина, у тебя 10 минут. Кибер, твое время вышло, и мы сейчас будем смотреть твоего пингвина. Все идемте сюда смотреть пингвина. Идем. А что у него этот, одна лапка черная, другая лапка это не черная? Одна лапка из металла. Ему оторвало ее во второй день. Это терминатор какой-то? Это терминатор пингвин. А где ноги? Ну что ж, давай посмотрим, что твой пингвин умеет. Давай, включай его. Нифига. Крутой пингвин. А чего он упал? Тебе хорошо? Вот такой получился пингвин у кибера. Вообще сумасшедший какой-то, если честно. Сколько баллов мы поставим этому пингвину? 5. Бабфтер? Ну, где-то 7. Я поставлю 0. Ладно, я поставлю 3 из 10. Давайте сейчас загрузим все постройки, которые у нас получились, и... вот все наши постройки, которые у нас получились в сегодняшнем видео. Дракончик от Сондера, который умеет сам двигаться. Он больше не умеет двигаться. Также конь от Бабфтера. Крутой у тебя конь. Правда, он не умеет двигаться уже. Мой танчик, который очень функциональный, но квадратный. И также последняя постройка от кибера. Вот этот самый пингвинчик. Вот такой у него пингвин. Ой, что-то он все перевернулся. Это были все постройки, которые получились сегодня. На этом все. А если вы хотите увидеть больше челленджей, то заходите в плейлист «Битва и прятки». Ну, а с вами был Геймс. До скорой встречи.